А перед началом видео я вам советую подписаться на канал Bar Gaming Time. Здесь вы найдете различные видео от стримов до синематиков по Forza Horizon 4, Nier Automata, The Crew 2 и даже CSGO. Поклонник таких игр или гейминга в целом? Тогда переходи по подсказке в углу экрана, либо по ссылке в описании. Всем привет, друзья, с вами Дим, One Point, это Forza Horizon 4, и здесь у нас наступил весенний сезон, и, честно говоря, этот весенний сезон не такой интересный, как предыдущий, например, зимний, но, тем не менее, здесь можно забрать одну новую машину для этой игры. Это McLaren 720S Spider. Как вы понимаете, эта машина отличается лишь тем, что она у нас в кузове тарго, либо можно сказать, что типа кабриолет. Ну, хотя правильнее всего то, что она в кузове тарго. Вот, и, в общем-то, это последняя эксклюзивная машина за вот эти вот игры фестиваля. Я вам напомню, у нас был летом McLaren 600LT. Осенью мы могли забрать вот этот вот Volkswagen, который я не помню, честно говоря, как назывался, который электрический. Вот можно было его забрать, это тоже также новая машина. Также мы могли забрать Ford F-150DD, это у нас было в зимнем сезоне, и про это, естественно, есть ролик, вот по подсказочке можно посмотреть. Ну а весной сейчас мы будем забирать McLaren 720S Spider. Ну что же, Кубок McLaren называется этот чемпионат. Погнали! Ну что же, входим в чемпионат. Написано первое место, идратор уровня опытный, 720S Spider получаем. Ну что же, одиночная игра. У нас, кстати, категория S2, индекс производительности 998. Это вообще жестко. И тут у нас все кольцевые заезды. Окей, это будет интересненько. И у нас предлагается, естественно, ехать на Макларенах. Да, честно говоря, тут выбор-то невелик, и, скорее всего, я поеду именно на McLaren Senna, потому что эта машина у меня настроена, она на полном приводе, и я в ней уверен. Ну что же, начинаем заезд, драйвотар стоит на уровне эксперт, погнали, против нас одни McLaren'ы едут. Трасса обещает быть сложной, в принципе, тут городские трассы, они всегда сложные. Так, это что за выпихивания такие начались? Ничего себе! Дерзкие какие древотары у нас сегодня. Так, ладно, немножко мусора позбиваем. Но ничего, сейчас мы их начнем наказывать. У нас один из трех кругов пока что идет. Первый, точнее, а не один. Но мы уже потихонечку начинаем всех догонять. Так, вот тут очень коварный поворот. В стену, в нем можно очень легко влететь. Поэтому максимально осторожно мы его преодолеваем. И тут вот смотрите, что происходит. Небольшие пихания. Так, очень плохо затормозил. Но, тем не менее, нам теперь нужно догнать вот этого, который Баллерс-22, чувак. Так, ну чё, будем стараться его догонять. Он, я так понимаю, тоже на McLaren Senna едет. Или на чем он там едет? Вроде как McLaren Senna тоже, только другого цвета. Так, так, потихонечку. Блин, ну нифига себе он едет. Я что-то его вообще никак догнать не могу. Сейчас надо будет его атаковывать кому-нибудь из поворотов. Вот обычно в этом, да, повороте они достаточно сильно замедляются. А вот здесь, в принципе, можно со всей дури въехать. Вот так вот, немножечко срезав дорогу. И мы выбились на первую позицию. Все идеально. Можно теперь спокойно сшибать заборы и вообще себе вести не самым лучшим образом. Но, тем не менее, мы уже на первой позиции. У нас второй круг. Поэтому я чувствую, нас с пьедестала уже никто этого не сгонит. Ну и, конечно же, приезжаем на финиш. McLaren Senna просто потрясающий автомобиль. Каждый раз это говорю. И тем более, я думаю, опять же, когда я проходил эту игру, вы это все видели. Ну, когда проходил LEGO дополнение, LEGO Speed Champions. Итак, это второй заезд. Кольцевая гонка в парке Holyrood. Как-то так она называется. И дело в том, что это вполне себе легенькая гонка, потому что в основном трасса представляет из себя некое кольцо вокруг горы. И то есть тут, конечно, бывают сложные моменты, но по сути их как таковых нету. Вы только посмотрите, как эти ребята едут, а? Ничего себе. Вы что такие шустрые? Так, надо начинать их уже потихоньку обгонять. Ну и поскольку... Да вы посмотрите, он просто специально мешается и не дает мне объехать его. Так, давайте по узкой траектории, как всегда. Отлично, это было очень хорошо. Тут держимся, главное не тереть забор, потому что заборы здесь достаточно жесткие, и можно нормально так замедлить машину.
Так, ну ничего, ничего, начинаем обгонять потихонечку, и тут начинается уже небольшое торможение, и спокойненько выруливаем вот сюда, немножко под сброс газа. В общем, я эту трассу обожаю, я на ней катал достаточно много, она частенько попадается в мультиплеере, поэтому, в принципе, я тут знаю, как нужно проходить правильно повороты, так, чтобы можно было спокойненько обгонять Дроватаров на любом уровне сложности. Ну и в данном случае Дроватар уровня эксперт вообще не представляют себя никакого сопротивления на этой трассе. Поэтому спокойненько приезжаем. Финиш! Вторая гонка у нас пройдена очень быстро, вообще без всяких проблем. Как я уже сказал, легкая, легчайшая трасса. И давайте сразу же гнать на третью. Здесь все будет так же просто, потому что именно на этой трассе я всегда проверяю автомобили для шоссейной серии. И да, как вы понимаете, я опять же эту трассу очень и очень хорошо знаю. И вот тут вот Макларены жопы свои подставляют, 570-е. Так, сейчас мы постараемся от них уехать подальше. Так, тихо. Немножко сбили мы тут. Единственную сложность, которую представляет эта трасса в данный момент, то, что по ней идет дождь, и, следовательно, у автомобиля немножко тормозной путь увеличился. Но это, опять же, ничего в этом страшного такого нету. Единственное, мне не особо нравится, что на этом участке я еще не первый. Вот сейчас начнем атаковывать. Так, вот тут надо оттормозиться немножко. И вы посмотрите на эти прекрасные тормоза McLaren Senna. Машина идеальненько настроена. Первый круг. Мы уже на первой позиции, поэтому вы сами понимаете, тут у меня все пройдет очень хорошо и очень гладко. Единственное, вот что хочется сказать, вроде как машина достаточно интересная. Все-таки McLaren 720S Spider. Тачка, которая, по-моему, на моей памяти вроде ни в какой игре на данный момент не представлена, как, кроме как Forza Horizon 4. И как-то слишком легко ее можно забрать. Ну, трассы просто легчайшие. Ну, в основном. По крайней мере, вторая и третья трасса легкие. Первая еще, да, там можно попотеть в некоторых поворотах. Но вот это вот что такое? Ну, это ж одна вообще из самых простых трасс в игре. И, блин, на ней. И она последняя. То есть, ну, я не знаю, вообще никакого челленджа максимально нету. И не думайте, даже если бы я поставил Дроватаров на уровень непобедимый, все равно я бы их также легко обгонял, потому что, ну, все-таки тачка. Тачка позволяет все это делать. McLaren Senna, имба! 10 раз уже повторил в этом ролике. Ну, в общем, чего? Давайте меньше слов, больше дела. Приезжаем спокойненько. На финиш! Есть! Ну что, у нас все пройдено, теперь мы спокойно идем в гаражик и забираем свой законный 720-й Spider. Ну что же, вот она у нас помечена маленькой графой «Новая». 720 Spider 2019 года, давайте сразу же сравнивать его с своей версией купе. Итак, у купе у нас 929 индекс производительности, здесь уже 914, понятное дело, потому что это все-таки версия Targa, они как, ну, они всегда немножко медленнее. Скорость 7,9, здесь у нас скорость 8,6, я напоминаю, машина в стоке, я ее специально сейчас зашел и сбросил в абсолютный сток, про я 720 купе говорю сейчас. Так, 8,9 управляемость, тут 8,7, уже не намного меньше все-таки, ускорение 7,9, здесь 7,9, разгон 9,4, здесь 9,3, торможение 9,4, здесь 9,4. То есть тут, по сути, вообще, если смотреть на характеристики, то, в принципе, как бы одно и то же, по сути. Но небольшие различия как бы есть. И, кстати, одни из этих различий можно сразу же увидеть, что в 2018 года 720S купе немножко другие диски. Здесь уже они какого-то немного другого стиля. Интересненько все это. Ладно, давайте брать это 720S Spider. Конечно же, сейчас походим вокруг него в игре виртуально. Так, и почему у нас крыша сейчас закрыта? Интересно, мы ее можем открыть? Это тут... Да, мы ее можем открыть, причем, я так понимаю... О, да, мы можем даже анимацию посмотреть, как она убирается. Ё-моё. Вот это красота, вы только гляньте, вы только на это гляньте. Вот это круто. Вот во всех бы машинах в таком вот виде, в таком вот форм-факторе была бы эта анимация, это было бы кайфово. Почему в Test Drive Unlimited это есть, а в Forza это делают не всегда? Я не понимаю. Ладно, давайте откроем все. Йо, вот эти двери гильотинового типа. Боже мой, как они мне нравятся. Какая это красота. И в целом, кстати, машина вот на этих дисках мне почему-то нравится больше, чем 720S Coupe.
вот эти диски, как мне кажется, больше подходят к ней. И причем цвет у нее такой, типа какой-то морской волны, я не знаю, бирюзовый. Не знаю, как правильно этот цвет назвать, но смотрится он прямо на этой тачке хорошо. Она такая выглядит более лайтово, но при этом, как вы понимаете, машина едет хорошо, потому что 720S купе ехал хорошо. Короче, спереди, естественно, у нас тут ничего особого нету. Вон огнетушитель, сумочка, я так понимаю, там всякими принадлежностями автомобильными, это все как надо. Так, а мы не можем открыть, я так понимаю, на двигатель здесь посмотреть. Да, это немножко печально. Я не помню, как у нас там это все было оформлено именно 720S купе. Ну, по-моему, там тоже не открывалось, хотя могу я ошибаться. Ну ладно, давайте уже сядем вовнутрь автомобиля, хватит вокруг него крутиться. Симпатичненько все, естественно, симпатичненько. Ковши, руль, Макларен, все как нужно, все круто. Я вот только не знаю, панель вообще, в принципе, изменилась или нет. Давайте, знаете что, потом возьмем 720S купе и посмотрим, как они все-таки внутренним убранством различаются. Там, кстати, вот написано 720S, только я не вижу, написано там Spider или нет. Слишком маленькая штучка, не разглядеть, к сожалению. Так, ладно, давайте заведем двигатель и, естественно, послушаем его звук. Ну, ребята, это Макларен, этим все сказано. Блин, как мне нравится, что вот эти цифры увеличиваются на тахометре. Прям те обороты, которые мы крутим, и там вот циферки увеличиваются. Это прям сок вообще, это замечательно. Блин, ну звучит она фантастически. Макларен есть Макларен, как бы, с этим все сказано, как я уже говорил до этого. Центральная панель, наконец-то работает дисплей. Это не может не радовать. В общем, что, давайте теперь ради интереса возьмем 720S купе обычный и на него взглянем со всех сторон. Итак, вот она, обычная версия. И знаете, я могу сказать, что оранжевый на ней какой-то прям неоновый. И вот про эти диски я и говорил. Согласитесь, черный как-то, ну, смотрится не так богато, как те, которые на версии Spider. Крыша, естественно, здесь никуда не убирается. Она вот как есть и никуда надеться не может. И смотрите, на удивление, да, мы тоже тут подкапотное пространство не можем открыть. Двери здесь немножко по-другому, получается, открываются. Слушайте, это интересная тема. То есть, получается, систему дверей им пришлось немножко переделать. Ну, давайте сядем внутрь. Вот, кстати, вот кому? Какая больше версия нравится? Вот Spider или вот купешка? Пишите обязательно в комментариях и посмотрим, кого больше. Кому больше нравится купе и кому больше нравится Spider. Так, ну что, внутри. Но внутри все то же самое, да, тут ничем не отличается. И вон даже та же есть эмблемка 720S. То есть тут все понятно. Давайте просто ради интереса заведем двигатель. Посмотрим на все эти анимации. Но я вангую, что здесь абсолютно все то же самое. Да, абсолютно все так же выглядит. Различий никаких я, по крайней мере, на этот первый взгляд не вижу. Подсветочка только, по-моему, голубая. Там немножко другая она была. Надо глянуть. Да, как вот я сказал, двери по-другому здесь все-таки открываются в Spider-версии, и, блин, так мне нравится больше. Получается, двери у нас максимально безрамочные, и это нас, естественно, отсылает чайзером и марком. Ну ладно, давайте заведем двигатель и посмотрим на подсветку приборов. Мне что-то показалось, что здесь она вроде как другая, хотя, может быть, меня проглючило. Память у меня хреновенькая. Нет. Память у меня не хреновенькая. Реально, подсветка здесь получается... То ли ее нету, то ли она белая. По-моему, ее получается нету, потому что там у нас все подсвечивалось голубым. Здесь у нас то ли не подсвечивается, я не знаю, если мы погасим все. Да вроде подсветку вообще не помню, не запилили. Ну да, такое подозрение, что подсветки нету. Ну, это немного косяк, немножко недоработали они эту тему. Ну ладно, что, давайте тогда зайдем у нас теперь в модификацию и тюнинг. Посмотрим на автоталанты, здесь их 16 штук. И сразу же посмотрим, на что у нас намекают разработчики, для чего эта машина нужна. Абсолютная скорость, мастер обгона, понятное дело, машина пушка-гонка не для какого дрифта, а именно для гонок. Так, преобразование. Здесь у нас, естественно, только замена трансмиссии на полный привод. Напомню, в 720S купе то же самое, и только в преордер версии за призаказ в 720 можно поменять двигатель. Так, аэродинамика и внешний вид, ну, неплохо, сплитерочек такой добавляется, но это то же самое, как и на купе. Естественно, спойлер можно поставить от форзы, шины и диски, ну, тут все то же самое. Ну, в общем, в остальном все то же самое, машина, в принципе, вообще, как понимаю, ничем не отличается.
да, да. Единственная, конечно, проблема в том, что это не Test Drive Unlimited, и крышу мы сейчас на улице, как я понимаю, разложить не сможем. А, она просто изначально разложена, и все. Но закрыть, естественно, у нас ее не получится. Да. Ладно, ладно, ну что поделать, бывает. Но теперь зато можно прикольно от первого лица покататься и понять, сколько много света сейчас в машине, потому что это все-таки у нас автомобиль спортивный, и места в нем маловато, и когда ты едешь в купе-версии, то логично, как-то немножко клаустрофобия может даже развиться, а сейчас вот в таком исполнении машине больше света, и она, ну, как бы поинтереснее получается. Насчет управляемости, едет она просто замечательно, то же самое, как и купе-версия. Прет очень хорошо, при этом у нее достаточно избыточная поворачиваемость, и в поворотиках она хочет немного тебя убить и унести прямо в дерево, так же, как и маркообразные. Всегда хотят тебя в дерево унести и намотаться на них. И в данном случае машина тоже очень хорошо намотается, потому что, как вы понимаете, здесь у нас плоховато все вот с дверными рамками. Ой-ой-ой-ой, не оттормозился, но, в принципе, тормоза, кстати, у тачки хорошие в стоке. Так, ну что, полетели дальше. Блин, мне нравится эта машина, реально, мне нравится ее управлять. Она достаточно четкая на рулежку, прям отвлекается очень хорошо. Вон, посмотрите. Единственное, я говорю, что она немножечко хочет все время дрифтить. Итак, наш любимый поворот, но практически прошла. Если бы я чуть-чуть другую траекторию взял, то, в принципе, вот этого вылета могло бы и не быть. Тут уже, наверное, косяк больше за мной, чем за автомобилем. Но прижимной силы, конечно же, огромный тут, как на всяких, я не знаю, лимановских тачках, которые тут есть. Естественно, этого всего нету. Так, ну что, еще один поворот, но он более-менее плавный. Поэтому его проходит машина просто идеально, без всяких проблем. Ну и сразу хочу сказать, что поскольку это версия Spider, скорее всего, максималка здесь также ограничена по сравнению с версией купе. Поэтому, в принципе, замерять, наверное, никакого смысла не имеет. Осталось только единственное, что проверить на этой машине. Давайте зайдем в тюнинги пользовательские и посмотрим, для чего эту машину сейчас тюнингуют, под какие классы и для каких гонок. Итак, S1 Grip Racing у нас тут есть. Неплохо. Fast and Stable, VS2, S2 Spider. На 5 баллов есть какая-нибудь настройка? Интересно. Так, есть на 5 баллов у нас настройка. Top S2 Speed Grip. Вот это интересно, конечно, звучит. Но все-таки, я думаю, купе-версия будет поинтереснее управляться в S2, потому что, ну, у нее тупо изначально характеристики даже получше, чем у нее. Top Speed, S1 Road Dry. Ну, короче, все понятно. Все то же самое, по сути, как и на обычной купе-версии. Так что теперь, ребята, у вас есть выбор. Если вы хотите ездить с открытым верху, вы можете брать именно 720S Spider. А если не хотите и хотите чуть-чуть получше производительность от машины, то можете брать купе-версию. Это примечательно, это замечательно. Мне машина нравится. Ну, как бы, блин, McLaren 720S, что тут может не нравиться? Очень хорошая тачка, и тюнингуется она очень хорошо, и, в принципе, неплохо себя показывает в заездах мультиплеерных. Единственное, вот она, конечно, когда тюнингуете ее, там, с ее расхлябанностью нужно всегда что-то делать, но, в принципе, это все решается установкой полного привода, и она становится достаточно стабильной. Но, в принципе, мне кажется, она вполне себе неплохо себя показывает даже и на заднем приводе, так что все вроде как окей. В общем, что, друзья, на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Вот такая вот новая машина в игре. И причем она получается последняя в этих сезонах. Так что мы ждем, что нам нового покажут разработчики. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы как раз не пропускать новые ролики по Forza Horizon 4 и новостные ролики по этой игре. Потому что, как я сказал, разрабы скоро должны устроить прямую трансляцию и показать нам, что нас ждет в новых сезонах. Ну и, конечно же, если вам все это понравилось, не забывайте поставить лайкусик. Вам это все сделать просто, а мне это будет чрезвычайно приятно. С вами был Дима OnePoint, и всем пока-пока!